Всем привет! Вот и закончился мой замечательный уикенд в Кировской области. Время пролетело быстро. Так или иначе, надо возвращаться домой. Это Кировская область, 70 километров от моей локации, от моего дома. Место, на удивление, очень тихое и чистое. Здесь даже лампочек нет светодиодных. Здесь все советское, еще такие лампочки. Никаких компьютеров, никаких шумов, импульсных свечей и прочей гадости здесь нет. Поэтому эфир здесь просто на удивление чистый. Я получил огромное удовольствие с нахождения с этого места и приема. У меня, наверное, килограммы, тонны будет записей радио, которые я уже здесь записал. Это и Китай с Востока, и Индия, и разные страны Азии. Плюс с Запада я впервые принял очень много станций из Англии по своему белому листу, который у меня вот здесь есть, я его подготовил. Жалко, что Азию я с собой не взял. Вот, но практически 80% этого списка я принял, за исключением станций, которые мешают румыны. А так, в общем, я был приятно удивлен, что многое что из этого списка я реально принимал, особенно на восходе солнца сегодня, воскресенье. Вот. Я использовал FSL-антенну, в своих экспериментах она мне оказалась очень удобна. Лежа на кровати, рядом можно крутить колесико подстроечного конденсатора внутри и настраивать на нужную мне станцию в наушниках. Много было сделано видео, много было будет записей, все разного качества. Поверьте, иногда было просто шикарно слышать. Хотел я тут нацелиться на Штаты принимать, даже с 3-килогерцовой полосой, к сожалению. Но надо готовиться реально к этому делу серьезно и, возможно, бросать какую-нибудь направленную антенну типа Beveridge. В общем, конечно, место многое значит. Никакие там активные антенны и прочие рамки в городе, они не могут дать такого приема, который есть здесь, в деревне, вдали от цивилизации, в 70 километрах от города. Здесь совершенно другой эфир, которого абсолютно нет в городе, и который в городе уже сейчас, к сожалению, увы, недостижим. Здесь же нет никаких LED-лампочек, нет интернета. Здесь обычная сотовая связь-то не ловит. В общем, такое глухое место, что просто на удивление. Здесь только снег, мороз, чистый радиоэфир. То, о чем мечтает каждый радиолюбитель. Вот что я вам хотел сказать. Ну, в завершение, где-то время уже 9 час. И у меня еще пробивается. Вот. Толк-спорт. Много передатчиков. Если желание есть, я могу даже еще и выцепить Испанию в это время.